давайте дальше продолжать. Что нам там надо было? Так. Во-первых, сюда нам надо. Что надо? Металлические детали. Много-много металлических деталей. И ресурсы, и металлические детали надо выносить. Выносить металлические детали. А как, а что они себя представляют, кстати? А, просто шестеренки. Цепочка, шестеренка. Так, тогда экипируемся и вперед. На мины. Так, где экипировка? Вот. Так, штурмовочку возьмем. Не знаю, что, давай что-нибудь плохенькое возьмем. Штурмовочку. Так. Бинтики. Йод, наверное, не будем. Вот более утоляющее возьмем. Одно. Минометные удары. Вот, ну, можно будет тоже потом поиспытывать как-нибудь. Так, и пошли-то. Что у нас тут? Мирен какой-то появился. Пойдем посмотрим, что за мирен. Давай посмотрим, что за винтовочка у нас. Балалайка. Балалайка, балалайечка. А, балалайечка. Так. Что за балалайка? Ага. Ну, в голову нормально, урон наносит. В голову хорошо пробивает. Так, тут что у нас? Давай пока. Ящики с саженцами. Саженцы тоже, да, саженцы. Туалет. Коптильня. Так, коробка с травами. Дрова. Дрова, это хорошо. Так, где мы есть, куда пойдем? Так, мы здесь. Можно сразу идти сюда, к примеру, вот. Давай вот так, на эту точку. Так, гвозди. Нам нужны металлические детали. Где-то искать. Искать, собирать. Так, вот с той стороны могут, да, люди идти, да. Так, где стреляются? Где-то там. Там как бы локация большая, территория туда. Ой, везде стреляются, и там стреляются, и там стреляются.
Это как минимум минус 2 сейчас. Блин, тут есть что-нибудь вообще? Хрень тут есть. Хренотень тут есть. Так, место мы еще открыли, но тут тоже ничего интересного. Карабин. Но мне металлолом нужен. Где искать металлолом, хрен его знает. Так, а здесь сундучок открыли уже, да? Так, а винтовка у меня интересна. Что там за грохты такие? Кто там перестреливается? Так, движения не вижу. Никаких движений. Так, ладно, мы куда пойдем тогда? Пойти сюда куда-нибудь, может, тогда. Надо металлолом где-то искать. А где его искать, не знаю. Какие-то звуки слышал. А, это угли тлеют, ё-моё. Угли тлеют так. Потрескивают угли. Прикольно. Thank you.
Кто где? Ау, люди. Люди, ау, вы где? О, там взрывается хорошо так. А здесь будет место сброса. О, он бежит, вижу. Бежит. Collecting the airdrop is rewarding, but it's also challenging to escape the other outlanders. К вам побежал. Он уходит. Этот уходит, гражданин. Ну и ладно, хрен с ним. Жаль, тоже что-нибудь пособирать. Надо что-то пособирать, Там стреляются уже. Какой-то нашел. Ой, все пусто. С ящиком бежит уже, да? В мою сторону бежит. Там по месту топчется. Ну, где ты, друг, выходи. Где ты? Взял ящик, да выходи, чё, блядь, прятался-то. Ух ты! Сзади, сзади, сзади. Так вот тебе, блядь. Подлюка, а. А как кто забрался? Здесь где-то лестница. Ага. Вот и жук какой.
Так, это куда бежит? Так, где он? Где он? Туда убегает, да? Попробуем догнать его. Бля, далеко. Радиация. Блять. И этот здесь где-то бегает. Не вижу нифига. Чё ты сделаешь, блядь? Сука, тупорылый. Я его не вижу. О, вижу. У меня радиация быстрее убьет, наверное. Где он? Ушел, да? Я умираю. Так, я сюда иду, ты не сюда. Блять. А, все, 10 секунд. А этот ушел, успел убежал, не догнал я его чутка. Чутка не догнал. Запыхавшийся такой. Запыхался чувачок. Чуть-чуть не догнал, вот, реально чуть-чуть. Так, что надо выкинуть? Надо что-то повыкидывать. Так, что-то я взял. Ага, 200 еды. Ну, еще надо металл выносить. Еще выносить металл, еще пойдем за металлом сходим. Так, давай уберем все лишнее. Винтовку, в принципе, можно оставить. Но она слабая, мне кажется. Базовый урон 30. А, вообще беспонтовая. Так. Там потом на разборки пойдут. Так, по еде, что-то там просит по еде. А еду вроде сюда, да, отправлять. Но у меня нету еды толком ничего. А, 226 есть, ё-моё. А нужно там сколько было, что-то я... Вроде 200 и нужно было. Откуда еды у меня столько? Прям насобирал столько, что ли? Давай, поехали.
Так. Оставьте 200 ящиков для пожертвований. А, не засчитали, нифига. Чё за ерунда? Не засчитали. Ладно, так, мне еще надо за металлом идти. Металлом собирать. Может, потом посчитают как-то. Так, что у нас опять? А, тут фабрика фиски какая-то уже. Что-то другое. Пойдем на фабрику фиски. Ну, погнали. Так. О, вообще в интересных местах. Так, радиостанция. Так, куда мне идти-то? Сюда идти? Там что-нибудь искать. Так, в доме вообще есть что-нибудь? У меня такое ощущение, что в доме ни черта нету. Пилюли есть. О, там гараж, вот в гараже может что-то есть. Уже ни черта. Вот такие сундучки, наверное, надо. Да. Сейчас по улице бегать, собирать. Еда. Так, еда. Все с едой, блин. Да, в домах ловить-то особо нечего. Там, вижу, бегает кто-то. Кто-то там пробежал. А, один есть. Так, что мы взяли? Ничего интересного. Ничего интересного. Там стреляются. Давай в другую сторону пойдем. Бля, как насобирать металлом?
Насобирать металлолома надо мне. Может, еще каких плюшек. Ладно, ладно, отдохни, отдохни. Нормально так было. Тебе надо свалить отсюда. Тихо, незаметно. Что мы там взяли? Без патронов взяли. Замечательно. Так, у меня что-то много лишнего всего. Еще один пришел поживиться. Деловой такой пришел. Деловой. Бля, броня нужна, броня нужна. Еще идут со что? Все сюда сегодня, что ли? Так, куда уходить-то потом? Сюда. Вроде как поближе. Но это. А, это может через горы быть. Так, ну что там идет кто или чего? Или что, или где? Так, поинтереснее уже. Это мой друг был. Я очень рад другу своему. Броня есть. Бля, он сюда упал, что ли? А куда он упал? Без патронов, да? Вон туда ящик пошел. Так, ладно, мне на выход можно. Оружие я набрал. Полный рюкзак всего.
принципе, идти на выход. Диверсант, Алёша, блин. Может, что сходить ящик забрать? Сходить ящик забрать, надо посмотреть, что мне освободить. Вот эти кассеты нужны они? Нахер они нужны? Так, запчасти, так. Деталь пистолетная. Нафиг она мне нужна. А к мачете, да, я так понимаю. Стекло одно. Одно оно мне ни туда, ни сюда. Сейчас посмотрим, может, сейчас до ящика добегу. Смотря где вылазка находится. Эвакуация. Так. Это по дороге туда получается. А вылазка у нас здесь. Вылазка, видимо, туда наверх. Так, успеем сходить забрать ящик? Лошара. Ай, лошара, ты лошара. Так, как хотел ловить? Где он был? Так, время пошло. Бля, он не даст мне выйти. Быстрее всего надо. Надо уходить. Надо уходить, а то все потеряю тут. Броня как помогла, хорошо. Пластина спасла. Так, радиация пошла. А если я тут посижу, подожду его? Получится не взять его? Куда ж ты пошел-то, блин? Ладно, хрен с тобой. И я пошел тогда. Он мимо пробежал. Он просто пробежал мимо. Шара.
Антирадин надо с собой таскать. Ну, надо верстак сделать, верстак, чтобы все это изготавливать, а не искать. И да, будет нормуль. Так, что у нас? Некоторые вещи без патронов у меня. Очень хорошо. Так, с уровнем. Уровневой много надо поднимать, чтобы... Чтобы нормально дойти, очень много надо. Бегать, прыгать. Так, металлические детали так и не вынес. У меня еды 50 всего засчитали. Почему? Не знаю. Так, стекло. Дистиллятор воды снижает стоимость на создание предметов. Давай сделаем. Пускай будет. Пускай будет так. Час будет делаться. Пускай делается. Так, куча ненужного оружия. Так. Ну, эти, ладно, это пускай будут. Так, не, это уберу. Йод. Даже фиксно, что брать? Так, передатчик при размещении на земле издает радиосигнал чужака, неотличимый от настоящего. При размещении на земле издает радиосигнал чужака. Переносной детектор сигналов. При использовании находит радиосигнал ближайшего к вам чужака и на короткое время отмечает его на вашей карте. Ближайшего, не всех, да, получается. Ловушки. В ящик расположить, чтобы взорвать человека. Укол адреналина увеличит скорость передвижения и на короткое время снижает штрафы за вес инвентаря. Приманка. Отвлекающий маневр с настраиваемой задержкой. Звуки реалистичной перестрелки у вас в кармане. Ловушка с сиреной. Фейерверк можно запускать. Броню надо делать. Вот броня нам нужна очень. Ладно, сейчас пока отдохнем.